И в продолжении коронавирусной темы. В течение прошедшей недели сотрудники полиции выписали 44 протокола нарушителям карантинных ограничений. Штрафы получили 39 граждан за то, что не носили маску в публичных местах. Еще 5 нарушений зафиксировали на объектах бизнеса. Сотрудники работали без масок, без сертификата о вакцинации или выздоровлении. Всем правонарушителям грозит штраф.